Привет! Сегодня расскажу о рассыпчатых тенях для макияжа Mystical Eye Dust от Medusa's Makeup в оттенке Медуза из мистической серии однушек. В незапечатанной картонной коробочке баночка из жесткого полупрозрачного пластика с винтовой крышечкой. Как и вся косметика бренда, продукт веганский и не тестировался на животных. Монотени на основе слюды могут содержать натуральные и синтетические пигменты. Вес средства 3 грамма. Продукт без выраженного аромата. Отверстия сифтера были заклеены защитным стикером, но отсекателя в комплекте не было, и при открытии баночки продукт часто высыпался. Это высокопигментированные мерцающие тени темно-синего цвета с мельчайшими блестками. В зависимости от освещения оттенки варьировались, отливая тепло-зеленым и бирюзовым или уходя в приглушенно-синий и более холодную нейтральную хроматическую гамму, и дополнялись сверкающими переливами частиц. Тени сильно пылили, требуя аккуратности в процессе применения. Для стойкости продукт стоит наносить на базу под тени или тени-карандаш. С неподготовленной кожи их можно случайно смахнуть. Рекомендуется использовать праймер для век бренда. Продукт предлагают наносить в том числе и на кожу губ. На основу тени распределялись равномернее и закреплялись лучше. Интенсивность цвета усиливалась при наслаивании. Средство хорошо растушевывалось, позволяя создавать градиентные переходы. Тени мягкие, практически невесомые и на веках особо не ощущались. Могли сохранять яркость целый день, не были склонны к скатыванию, но прилично осыпались. Пигмент не впечатлялся в кожу, и средство легко удалялось мицелляркой и гелем для умывания. Спасибо за внимание и пока-пока!